На конкурс «Дети читают стихи» Александра Кульнева, 7 лет, город Томск. Юный мальчик – настоящий секрет. Наряжена елка, вздыхает пирог. Звонок заиграл, и подпрыгнул щенок. Я дернул замок, и к порогу прирос. И пикнуть зловеще не мог. Я молчал, и что-то невнятное в дверь мчал. Еще бы, явился живой Дед Мороз. Я делаю целую, и вдруг замечаю, что много чудесного есть в старике. Во-первых, зачем-то старик в парике, и нос, во-вторых, у него из картонки, а в-третьих, кусачий и дерзкий щенок у ног старика добродушно прилег, что странно весьма для такой собачонки. Я вижу на валенке Деда Мороза заплату, которую бабушка Роза вчера пришивала на валенок брату. Ура! Закричать и подпрыгнуть пора. Я знаю всю правду, поскольку вчера я дал свой тапок на эту заплату. Ну, весело, весело мне и чудесно. Поэтому тайну ломать неуместно. Подарок я сделала старшему брату. Ни слова про нос, про парик, про заплату. Его не узнают теперь ни почем. Его принимают за Деда Мороза и папа, и мама, и бабушка Роза. Каждый мальчишка на санках скользящий, и дворник с лопатой в сугробе стоящий, и каждый, кто видит от снега блестящий вишневый мешок у него за плечом, он мне подарил телескоп настоящий. Потом наступил Новый год настоящий, а значит, он был Дед Мороз настоящий. А то, что он старший мой брат настоящий, так это мой первый секрет настоящий.